В национальном парке Паана-Järvi проснулись медведи, и этому уже есть подтверждение. Это фото одного из туристов, оно сделано в первых числах апреля. Вообще в Паана-Järvi встречаются все типичные представители таежной зоны. Это лось, медведь, рысь, росомаха, волк, лисица, куница, заяц-беляк. Всего зарегистрировано 42 вида млекопитающих. В парке большое разнообразие птиц, 171 вид, в том числе хищники, которые занесены во все красные книги. Беркут, орлан белохвост и скопа. Распознавать птиц и животных работникам парка помогали сотрудники Института биологии Карен Цейран, Николай Лапшин и профессор ПТРГУ Андрей Коросов. Так, на территории Паана-Järvi был зафиксирован большой баклан, травяная лягушка и живородящая ящерица. То есть мы предоставили им фотографии, они определили, посмотрели, что да, действительно, это вот этот вид. И уже написали точно не только на русское название, а очень важно латинское название, потому что основное, как говорится, индификация – это латинское название.